с вами Charger и... Рикардо. Во. Мы сегодня решили показать вам, ну, типа маленького обзора, карту Tatra Story в игре Spin Tires. Сегодня мы решили показать, как можно открыть все машины очень быстро, насколько это возможно, конечно. Ну и открыть все гаражи на этой карте. Ну все, погнали. Ты давай, заезжай вперед, а то я, блин, все забываю. Окей. Кстати, ребят, мы сегодня это решили на хардкоре поиграть немножко. В смысле, тут у нас режим игры симулятор поставлен. Так что все будет очень жестко так. Ну да, на симуляторе в чем вся сложность? Очень ограничена по топливу. Да, да. Ну и коробка. И урон значительно. Да, и урон, и коробка значительно серьезнее все происходит. Угу. Там дифференциал, блокировка дифференциала только можно включать, когда на механике едешь или на пониженной передаче. А, все, я уже перевернулся. А, нормально все. Сейчас сделаем как надо. Да вроде тянешь, нормально вроде тянешь. О, ты почти выехал, кстати. А только заглох, чуток. А машину-то покоцал, да, наверное? Не-не-не, все целое. О, все нормально тогда. Чуть-чуть зацепил тут немножко. Ну я подожду, пока ты выедешь оттуда. Потом я полезу, ну чтоб самому не застрять там. Место, ребят, вообще такое плохое. Ну да, здесь поворот тяжело входить с этим прицепом. Тут вся сложность именно в прицепе, что он заваливается сильно. Вообще ходуном ходит. Все, тут все, вроде я проехал. Да, я тоже проехал. Нет, чуток еще я стал. Вот немножко машину покоцал, все, уже сразу о себе дают знать. Все, покоцал? Ну да, я там на повороте зацепил все-таки. В горке сразу же сложнее. Ну да, глохнет. Максимальные обороты. Газ в пол и все, машина глохнет. Кстати, о начале мы тут немножечко как бы пропустили этот момент. Да, да, да. С самого начала карты тут есть небольшая особенность в том плане, что сначала машину обязательно надо починить. Там есть 100 ремки в кузове. Uh-huh. Вот. Только после этого будет возможность оттуда выехать. Так, все, вроде залез. Давай, давай, я прям за тобой еду прям. Uh-huh. На полном приводе, на дифференциале включенном. Вроде машина... А ты целый, да? Да, ты да, ничего я вообще... А, ну вообще шикарно. Вообще не покоцался. Кстати, когда вот на дифференциале едешь, особенно с такой количеством прочки, если вдруг машина заглохнет, там урон проходит и все, короче. Машина начинает глохнуть. И все очень плачевно заканчивается, потому что тупо горючее не хватает до гаража доехать. Не, ну вообще сколько вот ездили, да? Mm-hmm. На последних хотя бы там вот 2-3 литрах обычно успеваешь доехать. Да, да, если машину не покоцали. Если несколько раз заглохнешь. А вот и пилорама тут справа прям. Глохнет, да? Да, да, да. Ну вот в такие моменты только лебедку выручаю, то есть на подъемах сразу же лебедку включаешь и за счет нее потихонечку ползешь. Кстати, топливо экономишь. Ну да, да, конечно. А потому что на лебедке можно дольше получается, но зато можно не газовать. Угу. Двигатель без нагрузок работает, ну и топливо мало жрет машина. Кстати, вот сейчас я вам покажу, тут вот изнутри, короче, вот карта сама вот дополнительно модифицирована, тут машины другие, и вот камера изнутри показывает, а не из капота.
чем-то прикольно, в чем-то нет, честно говоря. С капота, я думаю, обзор получше получается, чем там. Но здесь, смотря у каких машин, вот у новой Татры, позже их откроем. Ага. Там с обзора с кабины вполне неплохой. Ну вот на этом реально вот очень сложно. Вот. Ну, блин, ты это заехал на бревна, да? Да. Похоже, что так. Ну, вытянешься? Да, должен. Или нет? А там нечего лебедкой, да? Попробовать. Не на что зацепиться, да? Ни с чего. Ты что, это прицеп, да? Прокатывайся пока. А. Мне? Угу. Блин, ты прям передо мной стоишь. Я тут не пролезу по-любому. Я чувствую, знаешь, что сделаю? Сейчас я свой пойду поставлю и прям за тобой вернусь. Ну, если что, прицепом затяну себя. Чем проезжай? Ну, на лебедку возьму. Блин, покоцал машину. Да ладно, почти приехали. 14 урона. Тут, походу, мне на лебедке надо будет наверх залезать, потому что я очень сильно покоцал машину. Там на дороге 2 урона. Плюс тут 14 урона. Ну и... Сколько у тебя сейчас показывает? Урон, в смысле, да? 460. Да. 4. Ну, 4, у меня 6, больше, 100. Не переживай. О, глохнет, блин, не тянет. Плохо тянет. На дифференциале машина, блин, глохнет. Особенно, когда вот руль под конец поворачиваешь. Нагрузка на двигатель побольше становится. Ну и машина начинает глохнуть. Сейчас попробуем на лебедке. Тянем ручник. Попробуем на лебедке как-то. Так, все, я тоже еду с тобой. Давай, давай, давай. Что-то как-то все очень плохо. Ага, поехал. Вроде поехал. Все, я поехал. Едешь, да? Зацепил? Да, я тебя уже догнал. Все нормально. Доехали, и у меня 37 литров в запасе осталось. Сейчас мне гараж. 15. Ага. Сейчас гараж как откроем, все нормально будет. В гараже тут даже в режиме симулятор машину немножко заправляет. Да, там на заправке вполне хватает доехать. Ага, и самое хорошее то, что, блин, вот заправка тут очень близко расположена. Так что все будет очень хорошо. Главное тут гараж открыть по-быстрому, и все. У меня осталось 3 литра. Ну, на сопле прям заехал. Молодцы. Все, встал, что ли? А, точняк. Так, ну все, гараж открыли, сразу же ставим модификаторы. Так, здесь с собой, значит, нужно нам кран брать. Взяли кран. Цель для того, чтобы открыть второй гараж. А я не кран взял, походу, да? Да. Ну все. Я готов. Поехали. Да, я тут уже стою на повороте. Все, погнали. Тут вот
симуляторе очень хорошо надо владеть вот механической коробкой, потому что тут такие места сейчас будут. Да, приходится переключаться очень много взад-вперед, и да, когда рука не набита, это очень это как-то сложно получается. Тяжело, значит. Да. Очень коварная дорога, вот этот вот холмик, блин, очень-очень, блин, сложное место. Тут без троса очень сложно заехать. Практически невозможно. Ну и машину вечно тянет налево, и вот очень часто просто падаешь на бок. Сейчас вот на полном приводе и на дифференциале вот пытаюсь лезть. Ну и рулем кручу как надо. Но все, она уже встала, больше не поедет. Попробую зацепиться за что-нибудь. Там надо обязательно зацепляться за сопку. Получается, цеплять трос надо за горой. Там есть елка, как раз трос достает до нее. Блин, сейчас она опрокинется у меня. Сейчас попробую за двумя деревьями. Давай, я тебя, наверное, там встречу. Давай, давай. Тут, короче, я не так заехал, получается. Сейчас отпущу машину, пусть немножко назад поедет. Блин, очень опасное место. Очень прям. Ой-ой-ой-ой-ой. Карта вообще, кстати, достаточно интересно сделана. Во-первых, проработана качественно. То есть есть места сложные, где зацепиться. Ну, если грамотно все сделать правильно. Но стоит ошибиться в нескольких местах, и все. Да, привет. Да. Ну да. Кто эту карту делал? Вообще молодцы. Хвала и почет. Блин, ну очень, блин, опасное место очень. Сейчас вот попробую назад отъехать немножко и рывком как-то. Сейчас. Все, погнали. Никит, ты уже там, да, стоишь? Да, наверху. Все, вижу тебя. Сейчас попробую, насколько это возможно, близко подъехать. Цепляйся. Все, давай тяни. О, спасибо, спасибо, спасибо. Отлично. Отлично. Все, сейчас едем на заправку. И дальше. Тут вон следы видишь, мои не видишь. Сейчас заезжаешь сюда, разворачиваешься. Ну, следы не вижу, честно говоря. Но... А, ну можно и так круг, в принципе, нарезать. Наверное, что. Сейчас я проедусь дальше. Я уже тут помню, как ехать. Более-менее помню. Да, первый раз тут вообще тяжело. Да, вообще непонятно, что, куда, зачем. Ну, карта реально вот очень сложная. Профессионально все тут задумано, обработано. Молодцы разработчики. Все, я заправился. Так, ну смотри, нет, сейчас можно ехать за второй Татрой старой, тащить ее в гараж и заправлять. Ага. Потом, соответственно, за Татрами и Мазом. Или же можно сразу поехать открыть Татры те новые, потом забрать Маз. Ну, пока мы на кранах, давай поедем лучше. Потому что, да, Татрами. Вот эту старую, это терять много времени. Ну да, да. Там на нее смысла колёс большого в этом нет. Она очень медленная и такая своеобразная машинка. А та там восьмиколесная, нормально так шустрая, довольно быстро едет. Да, и по бездорожью хорошо себя чувствует, и едет довольно быстро, и мощности у нее более чем хватает. Правда, аппетиты, конечно, соответствующие. Ну да, да, вот. Есть такое, конечно.
Сейчас поедем, посмотрим. Здесь, кстати, тоже есть немаловажный момент вот в этом повороте. Лучше бочки объехать, то есть после синего сарая, он того сразу же свернуть направо и обрулить бочки по левой стороне, потому что когда передвигаешься с прицепом, это достаточно важно, потому что иначе, если с другой стороны объезжать, прицеп не войдет в поворот, придется долго вертеться на месте. Ну да, а если прицеп зацеплен жестким прицепом, ну там вообще можно и опрокинуть машину под брызг. Запросто, да. То есть места такие своеобразные, здесь более чем. Очень много елок всяких на дорогах валяется, то есть если случайно на них наехать, можно тоже застрять и долго потом учиться слазить. Ну да, и тут режим-то симулятор, поэтому там-то каждый дело. Литр вот на счету, каждый литр прям горючего. Где встал, ну все, уже все, конец, считай, доехал. Вот сейчас вот мне очень хочется вида из капота. А тут, блин, изнутри почти ничего не видно. Вот, вот это надо исправить тут. И я тут рулем кручу, кстати. Не, ну фары, кстати, если включить ночью, то салона вполне неплохо видно-то так. Ну да, да, вот, вот, вот. Стекла еще грязные. Да. Ну и руль не крутится, когда изнутри вот. Изнутри смотришь, я вот сейчас рулем кручу, руль мертвый такой. Ну здесь видишь же, изначально все-таки проектировался движок на именно работу подвески и физики в целом. Ага. То есть это уже просто, я думаю, пока что технический двигатель игры не поддерживает такие вещи. Ну да, да. Вот тут смотрите, блин, что они тут, блин, вот замудрили так. Тут, да, блин, чтобы открыть этот гараж, надо очень постараться. Да, да, вот. Вообще молодцы, хорошо придумали. Не все так легко тут. Вот так, для чего нам кран. Тебе вставать, да? Да, да, я уже встал, все нормально. Так, ну, собственно, здесь, когда проходите вдвоем или больше, один встает посередине от этих мест, посередине, так сказать, забора этого, а второй за ним на подстраховке для того, чтобы вытащить бревна. Когда манипулятором, он, к сожалению, камеру не направить, показать, чтобы не на... Вот. Когда манипулятором заводите, да, там надо пройти между двумя, не знаю, как сказать, ну, в общем, в дырку протиснуть руку манипулятор. И только тогда можно будет схватить бревна. Все видно вот. Вот. Все нормально видно. Нет, просто к тому, что там же своего рода дырка такая. Да, между балками этими дырка такая, да. Горизонтальная дырка, да, такая получается? Да, 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 да. Вот, собственно, как это все тут происходит. Один поднимает бревно, задача с правой стороны поднять его так, чтобы сейчас оно он... поднять выше чуть-чуть. Да. Сейчас он вот немножко направо вот съедет вот это вот бревно, и все, я отсюда схвачу его и вытяну, короче. Ну и открою вход в гараж. Мы так вот, блин, мучились вообще там. Когда проходишь один, блин, съехал. Когда проходишь один, здесь приходится, после того, как протянул бревно, приходится самому же переезжать назад и вытягивать его с той стороны. Ну, то есть одному тоже это все реально сделать, просто занимает намного больше времени. Да. Ну что ж такое? Давай, давай, давай. Ага, все, вон она пошла. Пошла. Кардо, а в принципе, знаешь что, вот
А мы никогда не пробовали слева снимать их. Слушай, я пробовал я там снимать, там сложнее, там белка стоит прямо перед столбом. Получается, частенько бревна застревают между елкой и всем остальным, и их заклинивает. А, понятно. Давай еще немножко, я схвачу его. Еще чуть-чуть. Давай, давай, давай. Все, вроде сейчас хвачу его. Схватил, вроде схватил. Сейчас я тут. Нормально, вон, помаленьку вон вытаскиваю его. Отлично все. Сейчас еще отпущу его, чуть левее возьму, вообще будет как надо. Зацепил я елочку. Схватил. Угу. Ну, отлично. О, нормально, смотри, как хорошо вытянул. Вообще отлично. Сейчас еще наверх подниму и все в сторону. Ну, почти вытянул. Почти. Малость осталась. Сейчас отпущу немножко левее, снова возьму, а то как-то не так получается. Все. Все, точняк, вытяну. Так, а что-то мне второе бревно не хочет цепляться. Блин, походу, ребят, тут долго будет все это дело происходить. Давайте я это перемотаем этот момент. Ну да, да, а то, блин, тут. Значит, мы как-то вот с большой трудностью, в общем, сняли еще второе бревно. Смотрите дальше, вот эти две бревна вынуть оттуда вообще смысла нету. Сейчас вот карта покажет. Смотрите, вон видите. Что он делает? Карту расскажи, что ты тут делаешь. Ну, суть это? Здесь в том, чтобы наклонить уже эти два бревна. Вот для этого манипулятором надо на них на одном из концов надавить, соответственно. Отлично, вот. Смотрите, сейчас он надавит и оттуда вот. Все, вот так вот. Только, блин, надо бы вот так вот зафиксировать. Ну, чуть левее, если вот сейчас бревна эти пойдут, машина легко увозит. Короче, надо их не трогать теперь просто-напросто. Давай, знаешь, что сделаем? Я сейчас на Татру сяду и попробуем выехать. Нет, машина, собственно, просто вытаскивается потом спокойно отсюда и все. То есть гараж это даже можно не открывать. Угу, угу. Сначала первую машинку, а дальше вот вторую. Через этот щель вот вытаскиваешь и дело с концом. Вот видите, чуток глушителем зацепил, задним ходом выехал. Ну все. Дальше на этой карте еще один, да, гараж есть? Да, да, есть еще один. Сейчас поедем. Попробуем другое открыть. Вот, блин, очень резвая машинка. Чуток на газ нажал, блин, он прям улетает.
Да, есть такое. Сейчас газ в пол, блин. Ну и все, погнали. Смотрите, очень резкая машина такая. Он дрифтует с восемью колесами, блин, ну просто летит машина. Сейчас если вот сейчас на механику. А, в принципе, слушай, нам с тобой. А, ну гараж то, что третий открыть. А, может быть, имеет смысл кому-то одному взять бензовоз на себя? Ну да, Потому почему что бы, масса да. этот побитый и незаправленный. Ну да. Ну, смотри, в принципе, я могу бензовоз взять. Бензовоз на этого МАЗа, сколько там тонн бензина можно залить? 10, по-моему. Сколько? 10. 10 тысяч? Угу. 10 тонн? Да. 10 тысяч литров. 10 тысяч литров, а ну да, 10 тонн, да. Это ну, более чем понятно. достаточно. Ну. А вот на второй МАЗ, который шестивозный, там вообще 15 тысяч, но там он какой-то глюкнутый, честно говоря, я на нем еще ни разу даже не покататься не смог. Ну да, ну модификация, может, ну все хорошо сделали, ну машинка не получилась, так что бывает и такое. Ну она как только ставишь на нее кузов, она проезжает несколько метров и взлетает. Да, вот. Ну недоработка, может, потому что не знаю, вот у меня не вылетает. Или я не пробовал. Ну, а ты не пробовал, наверное. Ну да, наверное. Ну, можно будет попробовать, в принципе-то. Ну, это сегодня не проблема. Я думаю, лучше вот показать, как тут это, карту открывать, там все да. дела. А дальше уже каждый сможет сам поэкспериментировать, у кого летает, а у кого нет. Ну да, конечно. Ну и плюс к этому будут разные видео еще добавляться. Я думаю, вот я очень постараюсь. Ну, добавлять новые видео, ну, в неделю, за неделю там 3 штуки, хоть если, блин, я успею добавить, это будет очень хорошо. Будут всякие обзоры на моды, на эту игру, будут видео про World of Warships. Ну, будет все интересно. Ой, что-то, по-моему, я не того наделал. Да, ты что-то, у тебя машину занесло. Левее. Давай я сейчас попробую тут заехать и подстраховать тебя там лебедкой. Ой, ты так только не перевернись. Не-не-не, все тормози, точнее. Все, сейчас поехал. Все, я пошел. Сейчас я немножко вниз спущусь. А меня только развернуть надо. Только смотри, это не опрокинься. Все, я четко задал. Все, отлично. Погнали дальше. Вроде в этот раз все хорошо так. Без всяких там, блин, аварий пронесло в этот раз. Нормально проехались. Ну а, дрифтом прям. Чё-то дрифтанул. Ой, я сарасня. Дрифтом прям, блин, вот, заносом. Блин, о, шикарно. Едет вообще офигеть. Так, резину не забудь поменять. Да. Ну, самую крутую резину поставил. Вот. Дальше нам ковши, да, нужны, получается. И мне бензовоз брать, да? Да, наверное, бери бензовоз. Все, я взял вот бензовоз. Дальше тут нам нужен будет ковш. Или, в принципе, мне ковша не брать. Тут, кстати, подъемник. А можно есть. И не брать. Да, есть подъемник. А, я не знал. Ковш есть, подъемник. Дуда. Дуда это водитель. Я это поставлю водитель, Дуда. Да. Пусть будет. Запасной Дуда не помешает. О, кран можно поставить. Кстати, тут можно поставить, я не понял. Экран. Охренеть, можно экран ну, поставить? Можно поставить, да, но я тебе, честно говоря, не советую делать. Кстати, твой Дуды по экрану у меня размазался, как этот луч смерти у тебя из кабины вылетает. Сейчас, значит, уберу его, а то, блин, что-то как-то нагадит. Экспедиция к хренам пойдет. Давай я возьму лучше этот.
Ковшик возьму на всякий случай. Сейчас поеду, заправлюсь. И в путь. Или мы как раз в эту сторону едем, я просто уже не помню. Ну, мы как раз туда и поедем, то, собственно, да. А, ну, погнали. А, кстати, нам еще надо будет из воды машину, да, вытянуть. Да, вот я думаю, как бы... сдай-ка назад. Я посмотрю, какие там побольше в деревьях время частей есть, чтобы нас тут можно было максимально отремонтировать. Вот здесь больше всего ремонтных очков получается. Ага. А, это подъемник для автомобиля, да? Да, да. Прикольно. Угу. Погнали. Едем, едем. Сейчас мне бы надо будет цистерну залить. Нет, в любом случае надо будет заправиться. Машину вроде машины поремали. Дальше надо будет просто поаккуратнее ездить. Она очень прыгучая машина эта, чтобы не разбить его. Только, блин, этого не хватало. Кстати, с этими колесами сама забирается. Да? Да, ну, я сейчас поднялся, без проблем. Я тоже поднялся, кстати. Неплохо. Так, только я чуть-чуть заваливаю. Я что-то до тебя толкаю. Ой-ой-ой, блин. А, нормально, молодцом. Не опрокинулся. Знаешь что, я хочу вот попробовать, вот не знаю, отсюда спуститься как-то. Ну, сейчас вот на тормозах спускаюсь. Так, сейчас я проеду. Давай, давай, проезжай. Я торможу. Проезжай. А, как раз ты меня это подправил. Отлично. Ну все, отлично. Едем дальше. Блин, я опять машину покоцал немножко. 19. Да, я тоже на 57. А, не, я мало. Все, заправили. Сейчас еще цистерну заправим. Ну, 10 300 литров. Немало, немало, я так скажу. Тут можно, блин, целый гараж заправить. Весь парк, да, весь парк заправить. Ну все, поехали дальше. Фары, кстати, классно светит у этой Татры. Ага, да, да. Во. Сигнал, ну, гудок обычный. И, честно говоря, Никит, я тебя потерял. А, вот, вижу, все, ладно, вижу. Че, я встал, что ли? Блин, ну, да ладно. Сейчас. А, не, не встал. Наверное, на елку наехал. Еще вот это вот ковшик передний, который тоже цепляется. А мог бы, наверное, и не ставить его. Да, блин, я думал, если что, помогу там. Ну, сейчас на автомате езжу, на всякий случай механику поставлю, может дифференциал понадобится. Но сейчас выключу его, ну, чтобы машина полегче поворачивалась. Потому что с дифференциалом вообще он, блин, почти не поворачивает. Сейчас вот за один заход, видите? За один заход вообще в поворот вошел легко. Ну да, а я наоборот не вошел. Ну ты дифференциал, с дифференциалом, да, включенным? Да. Во. Ну, с дифференциалом, с блокировкой этой, машина пожестче становится. Ну, очень жесткой становится сама по себе. Собранной более, так скажем, становится. Особенно вот это очень хорошо сказывается на УАЗике, когда вот на скорости едешь, его мотает вообще, шатает по дороге туда-сюда, а когда вот диффер включишь, она резко вот становится более такой вот собранной. Ну, на таких тяжелых машинах это не так уж хорошо видно по рулежке вот. А вот на скоростных очень хорошо видно все это дело. Медленно так спускаемся. Тут
подоконники такие, можно ковшом зацепиться и машину сломать. Ну да, носом можно тут клюнуть очень даже, будь здоров. Да. Вот сейчас вот, вот смотри, вот мало оборотов даю, газа, газ, ну педаль очень плавно так нажимаю, машина очень хорошо так плавно переходит. Так, разворачивай, я вытаскивать масс. А, ты уже разворот. Сейчас, сейчас, секундочку, я сейчас чуть назад отъеду, чтобы не мешать. Может это, мне на, мне тоже, да, надо будет подстраховать его или смысла нету? Да нет, смысла нет. Ладно, тогда я это подъеду поближе вот с этой стороны, чтобы, ну, на видео видно было все, как происходит. Все, вот она, МАЗ 73. Сейчас, сейчас чуть поближе подъеду. О, 73-10 ураган. А, все, нормально. Заправился, нет? Да, да. Отлично. Сейчас я немножко вперед поеду, зацеплю трос. Ну, рывком хочу попробовать. Да здесь уже не будет в этом необходимости, я же уже буду двигать. Давай, 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 газуй. Все. Отлично, отлично. Все, вытянули. Собственно, для чего нужен этот масс? Когда вы будете перевозить деревья, вот это вот восьмиосник, вот этот здоровый, отлично для этого подходит. У него очень хорошая проходимость. И вместительность сразу 4 единицы. Да, да, есть такое. Просто она очень медленная. И не поворотливая. Да, скорости он не особо. Так, ну что, сейчас можно... Сейчас там... Все-таки вернуться за гаражными частями, пока мы недалеко не уехали. Ага, давай, конечно. Тот, тот гараж открывается, да? Где, ну или тот, или, или где бревна мы вытаскивали, или следующий можно будет, можно оба открыть, то есть открыть этот, и потом уже, поскольку мы вдвоем сейчас, да, гараж сразу откроем, снова заправиться гаражом и поехать открыть третий. Можно, можно, конечно, даже нужно. Прям за тобой сейчас еду. Ой-ой-ой, блин, что ты делаешь? Может подтолкнуть? Нет, подталкивать не надо, мне бы просто скатиться чуть-чуть. Все. А то здесь елка вот тоже справа валяется. Да, да, да. Блин, ну, ну опасное место, реально вот опасное место. Машина подпрыгивает. Сколько раз здесь переворачивались? Да, блин. Очень. Ой, блин, я перевернулся. Ну вот о чем и говорилось. Ну хорошо, я недалеко укатил. Ну хорошо, что да, вниз не упал, а то бы машину вообще в дребезги разбил бы. И не заводится. Ну сейчас лебедкой вытянем. Не, не заводится, вообще не заводится. Рывком, да? Ай, молодец, ай, молодец. Все, 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 спасибо. Ха, бля, машина вообще вся в грязи. Правая сторона вообще в грязи там. Ну ничего, это помоется еще. Отлично. Кстати, знаешь что, мы могли бы, знаешь, попробовать еще подъемником развернуть машину. Ну, это можно было, но это все муторно, так проще. Уже как бы проверенный метод.